proszę powiedzieć, gdzie można zastosować opakowania metalowe? Опакование металлового. Скажите, пожалуйста, для чего можно использовать металлическую упаковку? Металлическая упаковка широко используется для разных продуктов. Кроме того, что в нее упаковывают кукурузу, горох, рыбные и мясные консервы, то используется она также для декоративных целей, для печенья, для чая, а также для косметических продуктов. Это уже зависит от идеи производителя, как он хочет привлечь клиентов. Каждый производитель найдет много преимуществ своего продукта. Наша металлическая упаковка очень экологичная, поддается повторной обработке. Наша декоративная упаковка очень устойчивая, у нее длительный срок использования и изящный внешний вид. Производственный процесс весьма сложный, так как начинается он от офсетной печати. Затем металл покрывается внутренним и внешним защитным лаком. Только потом режется на определенные размеры и высылается дальше на сборочные машины, которые комплектуют все части банки. На машине офсетовой